3 июня в Твери прошел рейд в рамках акции «Судебные приставы детям». Суть рейда проста. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Тверской области сканируют номера двигающихся в потоке автомобилей. Должника выдает специальное приложение, считывающее государственный номер автомобиля. Номер сличается с базой исполнительных производств. Если оказывается, что владелец машины имеет задолженность, система сигнализирует, и сотрудники ГИБДД останавливают неплательщика. Просто информация есть, что у вас имеется штраф. У вас много неоплаченных штрафов. Вы знаете об этом? Немного. Сколько приблизительно, на ваш взгляд? Примерно 4-5 точно есть. Оказывается, у должника есть один, но очень солидный неоплаченный штраф. Более 250 тысяч рублей. И машина, принадлежащая должнику, объявлена в розыск. Судебные приставы вынесли постановление. В соответствии с ним проводим розыскные мероприятия. Сейчас будет решаться вопрос о наложении ареста на данное транспортное средство с последующим его изъятием и обращением взыскания. Откуда долг-то такой? Я купил машину, а... Когда купил, смотрю, себе хотел оформлять, машина была кредитом поставлена на учет. 200 там, сумма 300, 260 был, когда смотрел, а сейчас 230. Мы договорились с ним, он 3 месяца должна оплатить. Меня договор написали, а я уже деньги оплатил. На сегодняшнюю минуту мы имеем 5 арестованных транспортных средств на общую сумму задолженности более 500 тысяч рублей. Сейчас мы ждем, когда подъедет собственник транспортного средства для наложения ареста на транспортное средство, принадлежащее должнику, задолженность у которого имеется в Ромешковском районном отделении судебных приставов. Это транспортное средство также будет арестовано и, скорее всего, будет принято решение об его изъятии, так как сумма задолженности является очень значительной. Сумма денежных средств, принятая от должников на сегодняшний момент, составляет более 20 тысяч рублей. Должникам предлагается на месте при помощи переносного посттерминала погасить задолженность. Либо на имущество должника, в том числе автомобиль, накладывается арест. Это касается не только должников по алиментам, но и всех злостных неплательщиков налогов, коммунальных платежей, штрафов и кредитов. Только за 5 месяцев года судебные приставы арестовали более 50 авто у водителей должников. При этом водители, боясь лишиться права вождения, добровольно на месте оплатили свыше 2 миллионов рублей. Службы судебных приставов управления по Тверской области охвачены все районы города Твери. Данные рейды являются регулярными. И место наше положение, оно... всегда разное. А пока судебные приставы еще раз напоминают должникам-алиментщикам. Дети имеют полное право на вашу финансовую поддержку и просто человеческое внимание и заботу. Заплатите долги по алиментам. Мы советуем в первую очередь должникам проверять себя на сайте службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств».